Всем привет, с вами Кирит Крига, и это обзор на игру Day One Paris Incident. Игру купил в Стиме за 99 рублей. На игру вдохновил Мэдисон своим обзором. Итак, приступаем. Бандикамом не пишет, надеюсь, Фрапсом запишет. Так как мы поняли, это жена данного героя Гарри этого. Гарри. А вот наш герой. Он, короче, пьет виски, старое время, конец миру. Бренд это значит классика, ну или бренд, можно так сказать. Его зовут Гарри, он, короче, пилот, видимо, чтобы жены осталось по какой-то причине. И запивает свое горе. Мэдисон говорил, что игра еще не доработана, я с ним согласен. Можно было бы сделать русик для нее. Как из Русика, да. Либо можно скачать у меня PLC ПК. Напишите мне либо в YouTube в комменты. Дам ссылку, поделюсь. Там я тоже есть. Упал в Steam. Дальше двое аборигенов, они взяли моду ходить как Иван Дулин, в красных труселях от Михалыча, тащат на казнь по ходу дела. И казнь состоится, да ни хрена она не состоится, мы не дадим казни себе. Чем дураки, что ли, жертвоприношение делать? Тем более становиться жертвой для кого-то. Этот хрен думает, он умнее всех. Но мы-то знаем, что он не умнее. You son of a... I don't think that's gonna work with me, buddy. Get over так, here. Так, вот. Покеда. Дурачок, поскочил. Освободим теперь ее. Do I save her life? Махоки. Махоки. Так, мы здесь мы все сделали. Это стол долбанный.
Да, в первую цепь. Get out! Первый глаз. Сохранимся на всяких пожарных. Прогресс сохранен. Все-таки я не мог удержаться, дамы и господа, я разбил эту хрень. Сохраним прогресс. И бой велик нам откроет дверь. Как сказано в описании. Так, дверь нам открыли. Правда, не так, как мы этого хотели. Ну и ладно, хрен. Where the hell am I?
take that! Еще раз говорю, если игра понравилась, пишите PLC, ВК, либо в YouTube под комментами. Дам ссылку. Мне не трудно. И на таблетку твою стимовскую. Вау, уже полная жизнь. Как это так может быть? Ладно, не будем вдаваться в подробности, как это так может быть. Сохраняем процесс. So that's what you want. Стой. What is it with you guys? This is ridiculous. I can do it without the girls, but I need alcohol. Так, идем за этой курицей. Мы сейчас сохранимся.
бежать не будем, потому что можем пропустить всякие нужные вот эти вот запчасти. Shit! Take that! Get off me! Так, мы ее убили, где она? Исчезла в текстурах. Гнида, ты где? Тебя грохнули. На всякий пожарный сейв-гейм. Потому что я не знаю, что в этом лесу находится. Еще может ожидать тут. What the hell is this thing? Мы походу там какой-то тульдарц получили. Не пойму никак, что мы там получили. Дрочик какой-то. Ладно, срать. Сейчас я отойду немного, подождите. Похавать охота было. Ой. Так, теперь залупились. Убили птичку. Я срал эту птичку. Гейм, как обычно. Я не знаю, почему Мэдисон так относился к этой игре, но по мне лучшая игра на выживание. Хватало только бы зомбарей. Я их что-то тут и не вижу. Может, они дальше появятся.
Сохранилось. Надо бы закупиться здоровьем. Сучонок, куда ты прибежал? Так, ладно, хер с тобой, девка. Я у тебя спасли, спасли. Все, мы тебя проводить не обязаны. Сама проводишь себя. Я сваливаю.
Shit! Take that! Get off me! Короче, в рот ем эту суку. Перевыполнил миссию. Блин, да, господа, я уже забыл там идти. Отсюда мы выбежали. Почему здоровье не пополняется, да? Может быть, надо смешать их?
тварь. Ничего не дает нам. Сохранимся. Давайте убьем. Убьем эту сучару. Shit! Take that! Get off me! Тупая мартышка позвала своего сородича. Shit! Take that! Shit! Take that! Get off me! Все ясно, что надо делать. Это вот так. Это вот так. Это вот так.
Так, на этом сохранимся, дамы и господа. Кому понравилась игра, пишите мне в личку или в ОС. Скину обязательно. Либо личку ВК пишите, либо в YouTube.